Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий, продолжаем играть в игру DayZ 060. И в прошлой серии мы забрались в Черногорск, на окраину Черногорска. Так, у нас все еще состояние оверхитинг, температура, я так понимаю, и болезнь. Что ж, давайте посмотрим, может быть какие-то препараты найдем, может быть что-то еще. Так, находимся мы в КПП. Чего осмотримся, нет ли тут зомби, на всякий случай. Так, играем мы в хардкор режиме от первого лица. Посмотрим эти здания. Вроде как подчистую все вынесено. Это нехорошо. Аккуратненько будем продвигаться. Еще одно КПП. Ну, надо сказать, конечно, игра меньше стала фризиться после того, как я отключил высокое разрешение текстур, или это высокую детализацию текстур. Буду принимать эти витамины. Пускай, не знаю, там персонаж как-то выздоравливает. Витамины, наверное, не повредят, хотя передозировка витаминами тоже известный случай. Фактически это отравление. Так. Посмотрим, что наверху. Знаете, ну, все вычищено вообще. Подчистую. До здания обошел, кроме аккумулятора какого-то. Ничего больше обнаружить не удалось. Так, ну, в принципе, здесь еще есть этот... колеса, вот, да, для Нивы. Угу. Для Нивы два колеса. И еще один какой-то сарай тут стоит. Ну, сейчас посмотрим, в любом случае. Да, что-то персонажу как-то плоховато. Никак не проходит это состояние. Это нездоровая ситуация. Так, бинтик. Ну, может, бинтик, да, взять. Что у нас тут такое? Тетрациклин опять, да? Таблетки тетрациклина. Так, давайте вот так вот возьмем. Наверное, еще приму. Несколько таблеток. На всякий случай. Может, где-то поможет. Все-таки от какой-нибудь температуры или... какой-нибудь заразы. Не, видимо, если антибиотики не помогают, то, скорее всего, наверное, это пищевое отравление. Надо бы, конечно, было посмотреть. А, кстати, что у нас тут? О, градусник. Градусник — отличная вещь. Класс. Давайте-ка возьмем градусник. Используем. Сейчас замерим температуру. 38,6. Ну, это еще, кстати, не такая высокая температура. Так, градусник я беру с собой. В любом случае, патроны отсюда, наверное, я выложу пока. Пускай в аптечке лежит. Слушайте, ну, наверное, эти мешки... даже не знаю, стоит мне их брать или нет. Выкину, ладно, вот это дело. Кстати, эпинефрин. Девять миллиметров патроны, да? Тут у меня в этой сковородке что? А, пистолет, да? У меня же куча этих пистолетов различных. Тут, наверное, тоже пистолет, да? Угу. Так, эпинефрин.
Лечит аллергию. В общем, повышенное давление и сердцебиение, потоотделение, рвота, тяжело дышать, то есть неправильное применение эпинефрина. Что ж, так, ладно. 38,6 температура. Насколько я знаю, что вот мне однажды сказали в скорой помощи, что на 38 скорая даже не едет. Ну, значит, мы в принципе на грани вызова скорой помощи. Только, к сожалению, здесь ее нету. Смотрите, здесь сколько лут. Сюда вообще никто не заглядывает, похоже. Столько лута здесь, что... А, видите, я с чем бегаю? А с пистолетом? Я же думал, с градусником. Так показалось, что там градусник мелькнул в руке. Ну вот, не нравится мне, что вот эти мелкие предметы, типа градусника, конечно, нельзя там упаковать приличное их количество в аптечку, в ту же самую. Ну, представляете, себе градусник нельзя положить. То есть вот, вы кладете градусник в аптечку и еще три каких-то предмета. То есть совсем мало. Тут должно быть аптечка вмещать в себя особые медицинские предметы и, соответственно, большое их количество. Согласитесь. Там градусник, например, шприц. То есть все это мелочь. Ну, я думаю, вообще эта аптечка по своим габаритам... Ладно, я согласен, чтобы она была 1 на 2 или 2 на 1 размером. То есть как вот этот набор ремонта колес. Ну никак не 2 на 2, но это вообще просто. И она должна вмещать в себя просто кучу этих предметов. Ну это баланс надо делать, ребаланс вот этого инвентаря, потому что дизайн меняет инвентаря. Вообще непонятно, зачем его менять было. Этот дизайн. Поменяли шило на мыло, сделали. И в итоге игровые элементы остались те же самые. То есть баланса предметов там как такового не произошло. Так, смотрим, что здесь у нас в этом складе. Опять колеса. Здесь, да, здесь можно, кстати, три колеса как минимум уже найти. Ой. Какая... О-о-о-о-о. Слушайте, по-моему, у меня же было в каком-то видео, что я вот с этой кучей не мог разобраться. Слушайте, больше не надо на нее заходить. Какая-то гадость, а не куча. Давай, уходи отсюда. Неправильно срабатывает контроль касаний, и происходит вот это вот застревание. Ужас. 21 век, друзья. 21 век. Ай! Меня самого сейчас тошнит. Не персонажа. Нет. Да, постоянно закрыты все двери у зданий разных. Становятся подозрительными. Если раньше было наоборот, то теперь закрытые двери подозрительными стали. Тест какой-то. Чай-тест с двумя буквами S пишется. А что это там такое лежит? А, отмычка. Отмычка.
смысл этой отмычки, если дверь выносится одним ударом? Зомби нет, никого нет, говорит о том, что здесь, наверное, много кого есть на самом деле. Так, перепрыгнуть не удалось. Хотя... Хотя... Да, ну вроде тут пока действительно что-то я не вижу особенно ничего. Так, вот здесь могут быть медицинские препараты. Чистка воды, таблетки. Все, у меня есть. Это мне не требуется. Так, вы какая... Вы какое шматье, да? Олив бомбер джакет. Да, только зря сюда заходил. Первого лица, конечно, играть особый интерес. Не от третьего, когда все видно везде. Где он орёт-то? Тут ведь орёт. Так. Возьму, наверное, вот это ружье, потому что оно все-таки не такое шумное. Понятно, прям за углом. Так, знаете что? Я хочу подождать этого друга. Смотрите, он даже не слышит. Выстрелы. Не, ну я не могу в него попасть. О, все. Да не, не 4, мне надо 2 и перезарядиться. 3. Хорошая винтовка против кур и зомби. Так, что здесь? О. Сколько бы я ни потратил, все равно одинаковое количество каждый раз. Заряжает, по-моему.
Так, гром гремит. Что-то дождя не видно. Так, вроде никого нет. Есть кое-какая еда. Посмотрим. Консервы. По здоровью будем подпитывать едой. Следуем город, конечно, так, тщательно достаточно. Обходим все места тут. Ну, промзона предположительно, конечно, пустая, я думаю. Давайте рискнем. Залезем сюда наверх, посмотрим, что да как. Здесь хоть зомби не бегают, о, не лазят по лестницам, как в моде. Я помню, я, правда, могу ошибаться, но мне кажется, что в моде они лазили по лестнице. Не, что-то тут пустовато нынче стало в этих местах. Да, можно смотреть отсюда черно, конечно. Здесь есть, наверное, на что посмотреть. Да, кое-какие. В основном промзона, да, вот дальше там город начинается. Собственно, и там уже, видимо, все. Все самое ценное. Интересно только знать, если... Если в него вот этот небоскреб врезался, как бы, самолет, куда он... Почему он именно здесь врезался, куда он садился? Хотя, не знаю, может быть, на аэродром в болотах. Там вроде военный бывший аэродром. Так, кстати, я вижу ходячего вон вдалеке. А, даже двоих. Ну, предположительно, значит, там вполне себе с точки зрения игроков безопасно можно туда, наверное, идти. Так, мы сначала дойдем вот до суда. Посмотрим это здание, дойдем до этой. Что там ее раньше школы называли, по-моему, да? Где какая-то там администрация, больница сейчас. Так, ладно. Он мне говорит, что он охлаждается, но при этом у него температура. То есть, так понимаю, температура и озноб одновременно.
Хочу зайти вот на этот на это здание завода или что это, вот предприятие. Смотреть, что там. Кстати, давно вот на этих не был. Какая-то конструкция для заливания, видно, в цистерны, что ли, что-то. Железнодорожная. Не, ничего тут нет. Раньше бывал тут лут. Да, вот цистерна как раз везет тепловоз. Так, вот сюда хотел, да, зайти, посмотреть, что здесь бывает. И бывает ли вообще. Бейсбольная бита. Баллонный ключ. Наверное, да, тут уже нет смысла туда лезть. Ну, ничего особенного тут нету, как казалось. Поэтому пойдем туда, куда запланировал изначально. Так, ну что ж, здесь есть кое-какие задания. Кстати, надо сказать, что у меня воды нету. Мне надо воды залить в бутылки. Так, колеса. Давайте вот сюда заглянем. Так, морфин, он, в принципе, обезболивающее. Но я вот думаю, что стоит ли мне обезболивающее сейчас принимать? Говорит, зависимость вызывает. Ладно, своей этой экспериментами с медициной. Надо как-то повременить, я думаю. Потому что я так себя все здоровье и без того хромающее подорву экспериментами медицинскими. Здесь зомбарь прям ревет на ухо. Видимо, скорее всего, он стоит прям на улице. А вот один стоит. Странно, могли они, конечно, сделать анимацию перезарядки. Ну, как бы попатронно, чтобы если один надо зарядить один патрон, не надо было заряжать три штуки сразу. Так, ладно, нашумели тут, на помимо шума еще насорили. Не очень, конечно, правильно я поступил, наверное, что застрелил эту зомбяку.
знакомое место такое. Так. Будем аккуратно передвигаться между зданиями, чтобы не вызывать никакого, не знаю, никакой провокации. Это где-то зомби. Пока вроде все в порядке, и это радует. Так, а что у нас там? Странно. А, вот стоит один. Странно, никого нету. Так. Здесь вроде тоже ничего нет. Смотрите, полностью вообще город пустой. Ну, зомби-то ходят, а вот... Странно, что... А, и там зомби ходят. Ладно, сначала здесь посмотрим, потом напротив пойдем в здание, потому что там это гостиница или как оно. Правильно. Это здание. Ах, так. Черная рубаха. Угу. Что тут затормозило? Зомби стоит. Здесь что? Как-то вот так вот, да, перебежал. Надеюсь, что меня никто не видел. Да вроде тут особо-то и нет никого, конечно, но осторожность не повредит. Стараюсь как-то все равно незаметно передвигаться. Вышел не туда, там я особо не пройду. Здесь у нас рояль, дом с роялем. Известное такое место. Дом с роялем. Скотч, скотч. Так. Скотч для связывания магазинов, но надо еще магазин достать сначала, чтобы их связывать. Так, отлично.
Магазин для Макарова. Возьму его в руку срочно. Только у меня патронов очень мало для него. Так, тогда сделаем вот что. Значит, где у меня тут Макаров-то? 911, так 911 я выкину. Угу. Так, это сюда. Это возьму в руки. Все. Пока патронов мало, не буду его использовать. Так, хотя, знаете что, если у меня остается, подождите, да, действительно, наверное, я зря сейчас выбросил, потому что у меня ведь остается свободная эта ячейка в этой сковороде, и я могу спокойно туда положить этот пистолет, пока поносить, а дальше будет видно. Может быть, я найду 911-го магазин. Но опять же, там проблемы с боеприпасами 911-го. Они все-таки более редкие, чем для ПМа. Во всяком случае, надо идти на военные базы какие-то там или... Или в полицейских машинах искать, насколько я знаю. Не, может, конечно, в участке, наверное, но... Да, прошли уже и все, так сказать... Залутали. Ну, эта дверь, конечно, классная, но жалко, что она не открывается никаким образом. Сделали бы рандомно, чтобы двери эти были или не было их. Может, кстати, они и стоят рандомно. Да нет, вроде. Интернациональный отель. Международный, по-русски говоря. Ничего особенного не вижу. Так, рубаха черная. Да, я понял, здесь такая система дурацкая, что... Вот, почему звук так позиционируется странно? Он начинает играть... И пока, так сказать, да, пока он играет, он позиционируется относительно
того места относительно человека, как бы не относительно мира. Поэтому вы повернулись, и он все равно у вас в левом ухе, как и начинал. Ну, это вообще странная, да, система. Я даже не понимаю, почему она появилась. Откуда она вообще взялась? Может, она упрощает жизнь, конечно, разработчикам. Но это могло адекватно работать только, наверное, на очень коротких звуках, которые там быстро проигрались, и все, и тогда никто ничего не замечал бы. Так вообще не поймешь, с какой стороны на вас рычат. То там, то сям. Где он? Ну, чтобы точно определить, где он, надо просто постоять какое-то время. Так, судя по всему, сзади, вот где-то внизу здесь. О, кстати. Черсельпром-то я так не сходил. Что-то я особо не горю, конечно, честно говоря, желанием туда ходить. Там в последнее время лута-то особо и нет, наверное. Это не те времена, когда там оружие спавнилось. Так. Школьный рюкзак. Ух ты. Еда. Ну, я думаю, здесь никто нас не видел. Поедим пока. Что у нас тут нарисовано? Так, карта чего-то. Объявление, карта. Вообще, что это за здание? Посмотрите. Два входа. Два входа. Две какие-то двери непонятные. И все. Ни вам лестница наверх. Еще одна дверь. А, нет, вон лестница наверх, да. Ну, жалко, что это здание, может быть, они тоже не открыли. Хотя я сомневаюсь, что там есть что-то вменяемое. Два входа. Зачем два таких вот входа? Огромный холл. Две какие-то подсобки непонятные. Что-то такой критикан стал, но... Мне правда не нравится, что может быть было по реалистичнее сделать в этом плане. Их и так все хорошо с графикой, но вот этого бы не помешало бы. Более естественное здание-то нарисовать. Так, что-то у меня тут тормоза сразу возникли. Памятник здесь. Еще памятник на арке. Ну там площадь-то центральная, я думаю. Да стоит ли вообще лезть? Так, вот это вот здание хорошее. Проверим. Тут чудо вообще может кто-нибудь найти. Книжка. Ну, книжка это же всегда чудо. Так, ладно. Чудо не случилось. Не, вообще... Там... Чисто просто. Все зачищено. Розовая балаклава только.
Так, ну что ж тогда, друзья, на этом серию мы эту завершим. Спасибо вам за внимание. Это был DayZ 060. В хардкорном режиме с вами был Григорий. До новых встреч, пока.